Сотрудник управляющей компании Николай Бамбурин вместе с коллегами вышел на весеннюю уборку в одном из дворов на Советской армии. Говорит, настроение отличное, горы готов свернуть. В организации он работает 10 лет и всегда с радостью участвует в весенних месячниках по благоустройству. Ну, конечно, приятно жителям, чтоб после весеннего таяния навести порядок и чтоб в нашем поселке связи был чистота и порядок. В начале этого месяца губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов начать уборку территории раньше обычного из-за наступления ранней весны. Соответствующее постановление подписала и глава Самары Елена Лапушкина. Месячник по благоустройству в городе стартовал 16 марта. Присоединился к нему и Октябрьский район. Убирают улицы и муниципальные организации, и управляющие компании, и ТСЖ. Сейчас коммунальщики ворошат снег и подбирают мусор. Затем они будут обрезать сухие деревья и сажать новую зелень. Месячник важен для района, потому что это общая скоординированная деятельность, направленная на проведение в порядок окружающего ландшафта. Сейчас мы должны восстановить все, что за зиму пришло в ненадлежащее состояние. Это же лицо Самары, вообще-то, поэтому я считаю, что надо все делать качественно, собирать, и чтобы народ не жаловался. К месячнику могут присоединиться и местные жители. Для этого в Октябрьском районе созданы пункты выдачи инструментов для уборки. Их адреса можно узнать на сайте администрации. Елена Малютина, Семен Безгинов, Константин Головин. События.